Привет, это исследователь про митинг защиты Телеграм. Я думал сходить, но не пошел. И считаю правильно, не нужно находить митинги, которые потеряли эффективность свою полностью. Еще в 2017 году все это на спад шло. Неважно, кто их организовывал, в основном, конечно, Навальный. Они не работают, они выгодны бандитам, государству, чтобы вы постояли за решеткой и пошли в свою квартиру за решеткой, потом набрали кредитов и сдохли. Я тоже не сразу до этого дошел, естественно, активность надо свою проявлять, иначе тебя быстрее уничтожат. Но митинги ничем не помогают совершенно. И сейчас я бы сказал, что вот это протестное, как протестное количество людей, их не 1%, как я раньше говорил, а вообще, можно сказать, ноль. Потому что люди до сих пор верят, что какой-то митинг, где люди поорут «убирайся, государство», то государство уберется и перестанет их грабить. Ну, ясно, оно не перестанет. Ну, например, нападает на вас маньяк. Идете вы вечером и хочет убить, а ты ему говоришь: «Маньяк, уходи». Причем такие ролики были же даже смешные, где-то там в Финляндии или Швеции там выставляли руку такую, человек выставляет, там: «Уходи, бандит». Ну, блин, не работает это. Работают другие способы, хотя бы забастовки. Вот, и всякие остальные. Так что сейчас, кто зовет на митинги, в основном это либо бестолковые, либо специально такие провокаторы, которые хотят, чтобы вечно жили под властью бандитов, рабами, холопами, умирали в страданиях. Поэтому активность у меня никуда не делась, но не надо делать то, что неэффективно. Делайте то, что эффективно. Но если ничего делать, если вообще нечего делать, ну тогда можно уехать отсюда. В общем, все способы хороши. Ну, за границей тоже. Я бы стал как-то порядок наводить. Я бы не сказал, что там где-то там хорошо. Там дофигища везде проблем по миру. Ну и тут же мировые все государства, они поддерживают местных бандитов. В общем, бандиты мировые такие по всем государствам сидят. Естественно, где-то зарплаты лучше. Но чиновники везде паразиты, даже в самых обеспеченных странах. Они делают только черные делишки. Ну, вот такой вот поход на защиту, митинг защиты Телеграм. 5.05 опять же, скорее всего, я не пойду, потому что, как я сказал, митинги совершенно не работают, они выгодны чиновникам. Ну, им же весело, посмотрели, походили дурики, через 3 часа разошлись, как рабы. Ха-ха-ха. Ну, что это за борьба? Нет, это не борьба. И гражданское общество от этого никакое не складывается. Оно складывается, наверное, в процессе забастовки. Но забастовок уже 1000 лет тут не было. Вот, так что будем надо дальше двигаться, не стоять на месте. Это стоять на месте. Я уж лучше под лавкой умру или на лавке там, но бессмысленное занятие, оно тоже смысла не принесет. Ну, на этом все. А, ну и в январе вот этот был какой-то 5 февраля, января, я уж не помню, тоже я не ходил, не жалею, потому что, бессмысленная акция, на нее мало ходит, эффекта никакого нет, ну и сама личность Немцова, это он не оппозиционер, это человек, который занимается амортизацией протеста, то есть выгодно поорать: «Ой, чиновники плохие», хопте, заработал 10 миллионов, все, пошел веселиться. Никаких сложностей. Ну, те же самые чиновники, просто немножко другого вида. Так, на этом все. Пока, ребята. Даешь забастовки.